Всем привет! Сегодня 6 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных и увлекательных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! My face above the water. My feet can't touch the ground. Театр танца «Тодос» приглашает вас на премьеру. Новая постановка Аллы Духовой – это оригинальные номера, профессиональная работа артистов, эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу. И приснится же такое – спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам. Концерт группы Vanilla Sky. В Казани выступят удалые итальянские поп-панки Vanilla Sky. Они известны не только панк-каверами песен Рианы и Леди Гаги, но и исполнением нетленного хита «Звенит январская вьюга». Этой зимой будет по-итальянски жарко. Разнообразный получается вечер, но на этом еще не все. В нашей рубрике мероприятия найдутся на любой вкус и цвет. Вот, например, спектакль «В ожидании». Действие спектакля разворачивается в отделении для беременных. На примере нескольких пар, ожидающих малышей, драматург и режиссер Ильгиз Зайниев задается вопросом, все ли мы сделали для того, чтобы получить право на продолжение своего рода. Ответы на эти вопросы получат все, кто придет сегодня вечером на спектакль. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!